Привет, друзья! Вот если вы горите желанием решить какой-либо вопрос, и днем и ночью думаете об этом, чем бы вы ни занимались, все время об этом думаете, время от времени продолжайте об этом думать. Ну, что у вас там происходит, то и делайте, но на фоне время от времени приема ключа. И вы почувствуете, что на этой волне попеременного напряжения и расслабления это вынесет вас на решение. Это восходящий поток. Так делал Тесла, Никола Тесла. Он время от времени как бы отключался от всей повседневности, от всех забот и погружался как-то очень сосредоточенно. И там думал, рисовал свои схемы, воображение, и продолжал это делать, и попадал в состояние как бы между сном и бодрствованием, в состояние нуля, но задействованного на поиск решения. И там ему рисовались его схемы, и он так делал изобретения. Это он, да, посмотрите в интернете, об этом много написано. Но просто не знали, как он это делает вообще, схемотехнику, вот саму психофизиологическую. А я вам ее рассказываю. Так же делал Менделеев Дмитрий Иванович. Поэтому потом говорили, во сне открыл свою таблицу. Ну, конечно, он открыл, потому что он все время об этом думал. И когда он попадал в это состояние между сном и бодрствованием, мы теперь понимаем, есть нулевое состояние, которое мы с помощью ключа можем получать и тренировать у себя этот механизм. И вот когда вы думаете над чем-то, просто продолжайте об этом думать, но подключая время от времени ключевые приемы. А это есть попеременное напряжение, расслабление. Это та волна, которая выносит вас в поток. Состояние такое необыкновенное. Там и экстазы бывают, и катарсисы бывают, и бывают ощущения смысла жизни и радости жизни. Это вот ради чего живут люди, когда они чувствуют счастье, когда они, допустим, в какой-то момент решили вопрос, который их тяготил, и вдруг они решили. Вот такое ощущение освобождения. Но это так работает наш мозг, друзья. Так что, когда вы делаете ключевые приемы, например, разгрузку, чтобы решить какой-то вопрос, не надо ждать ответ, что он откуда-то свалится. Продолжайте думать об этом вопросе, но на фоне разгрузки или на фоне ключевых других приемов, которые вы подбираете подбором путем перебора, которые синхронны вашему состоянию. Да. Я вам потом еще расскажу. Вот то, что я вам сейчас рассказал, этот эпизод будет в книжке новой. И вы тоже можете писать туда дополнительно, что хотите, с вашими именами, фамилиями будет. Я уже там взял несколько ваших хороших таких высказываний из комментов и поставил. Но поскольку вы это легально сделали, комменты такие очень хорошие, высказывания прямо как афоризмы, ну, я прямо так возьму и ваше имя и в книге увековечим. Вот так мы помогаем друг другу. Пишите комменты. Да-да, это очень здорово. Это не просто так. Как говорил академик Морозов, директор Института Сербского, когда ему показал фильм, который мы сняли, «Азбука саморегуляции для детей, родителей, педагогов», и там была его фамилия, потому что он же мне помогал это делать. Да, и он когда смотрел, там и профессор Асанова Людмила Михайловна была, и он так смотрел этот фильм и говорит, да, теперь это там. Но имеется в виду всегда. Вот это замечательно. Давайте мы будем делать что-то на века, чтобы наши дети, внуки потом говорили, видите книжку, а там моя фамилия. И внукам показывал. До встречи.